Всем здорова, ребята, и наконец я дождался этот день. Кстати, поздравляю всех с первым днем зимы. И, собственно, сегодня я открою подарки зимнего пропуска, который я выбил пару дней назад с кейса на Черную Пятницу. Открытие довольно-таки крупное и интересное, поэтому я каждому желаю приятного просмотра и аппетита, кто кушает. Let's fucking go. Ну и, как всегда, абсолютно в каждом видеоролике разыграю по 2000 Majesty коинов на любом из серверов. Для участия вы должны подписаться на канал, поставить лайк под этим видеороликом, написать статик и сервер, на котором вы играете, ну а также вступить в мой Discord канал. Там ты найдешь много полезной информации, таблиц, гайдов и карт на Majestic RP и много различных розыгрышей. Ну а если ты хочешь играть вместе со мной, то переходи по ссылочке в описании, регистрируйся, вводи мой промокод Москвин, он тебе даст 20 тысяч баксов и 7 дней Platinum VIP. А это очень хорошие плюшки, которые тебе помогут на старте. Ввести его можно при регистрации или в чат командой /промо-москвин. Ну а я буду начинать, let's go! Ну что, ребят, я уже, получается, нахожусь на своем первом основном сервере, и сегодня у нас также, ребят, первый день зимы, 1 декабря, всех, конечно же, поздравляю. Поздравляю, и наконец-то я дождался этот день. Во-первых, потому что нам добавили снег на Majestic, ну а также этот день ждал потому, чтобы открыть новые подарки. Кстати, подарки я эти выбил зимнего пропуска 2023 года, то ли 2022, короче, пару дней назад была Черная Пятница, а точнее она уже закончилась вчера в 12 часов ночи, и, собственно, я на основном сервере открыл, получается, подарков, кейсов этих на, если не ошибаюсь, на 1250 тысяч или 300 тысяч коинов, не помню, что-то 280 у меня плюс-минус получилось, и, в общем-то, я повыбивал там всякие большие подарки, средние, маленькие и так далее. Ну и, собственно, сейчас я их буду открывать, давайте это сделаем. Так, ну что, открываем инвентарь, у меня, получается, завалялись маленькие подарки, средние и, соответственно, большие. Также у меня еще есть в донатном инвентаре, точнее, в предметах еще несколько подарков, там, средних, больших и маленьких, но их там немного, и они, кстати, у меня не влезают просто в инвентарь, поэтому, как только откроем эти, соответственно, заберем те и тоже их дооткрываем. Я что, предлагаю не томить и начать, конечно же, самых маленьких подарков, потому что они самые такие менее интересные, а потом уже, соответственно, перейдем открывать средние подарки. Так, ну что, давайте не будем томить, полетели, маленький подарок. Так, самое главное еще все откладывать в донат инвентарь, чтобы в конце потом посчитать, насколько я окупился в коинах и, соответственно, в валюте. Первая мне тачка обычная GTA-шная упала, 156 Majesty коинов она стоит. Так, ладно, откладываем, конечно же, это все в донат инвентарь, открываем еще, полетел второй кейс. 2900 валюты мне упало. Хорошо, я понял. Так, полетели дальше. Падает мне 277 Majesty коинов. Пойдет более-менее. А, кстати, коины, походу, я буду забирать себе. Так, ладно, короче, в конце видеоролика все равно так или иначе посчитаю, сколько у меня коинов получилось. И, соответственно, в конце подведем итоги. Так, все, на этом мы, короче, не будем больше останавливаться. И, соответственно, я буду все, конечно же, забирать, либо же откладывать по возможности. Так, 8600, я понял, пойдет. Так, следующий подарок у нас 3000 валюты. Ну, такое пока что. Ну, блин, ребят, это маленькие подарки, что ожидать от этих, как говорится, подарков вообще стоит, потому что, ну, они маленькие, соответственно, с них вообще ничего, ну, не падает стоящего. Так, какая-то разбитая бутылка мне упала за 50 Majesty коинов, конечно же, мы ее продаем, ну, зачем она мне нужна. Так, следующий средний подарок, точнее, маленький подарок, 6000 валюты, а я не знаю, что тут по максималке вообще падает с этого подарка, не помню, короче, что-то падает, потому что последний раз я открывал подарки, сколько, ну, год назад, получается. Блин, очень мне нравится открывать подарки, напишите в комментариях, стоит ли вам еще потом открыть, потому что скоро, ребят, нас будет ждать, соответственно, зимний ивент, пока что не знаю, когда он выйдет, но знаю точно, что после как раз-таки выхода зимнего пропуска. А, кстати, ребят, я этот видос записываю уже вечером, сейчас скажу, сколько время, в 19:22 по московскому времени, а именно уже на официальном канале Majestic появился основной ролик с зимним пропуском, то есть зимний пропуск будет уже завтра на момент выхода именно конкретно данного видеоролика, то есть 2 декабря. Будем ждать в 6:00, конечно же, ждите от меня ролики, у меня же точно так же выйдет гайд, там, обзор и так далее, как я покупаю, пропуски и тому подобное. В общем, все это будет. Поэтому, ребят, если вы еще не подписались на мой канал и не поставили колокольчик, сделайте это обязательно, потому что у меня ролик выйдет сразу же, как только, получается, пропуск появится у нас в игре. Моментально. Так, что, продолжаем открывать. Маленький подарок мне падает. 299 Majesty коинов. Так, полетели дальше. Тачка мне упала, но мы ее, конечно же, продаем за 100 Majesty коинов. Ну а зачем она мне нужна, собственно? 14 тысяч, ну, пойдет. Так, полетели дальше. 6 тысяч валюты, хорошо. Так, дальше.
Дальше 12 тысяч валюты. Надо ускоряться их открывать, потому что маленьких подарков у меня достаточно много, и они менее интересные. Мне уже реально не терпится открыть какие-нибудь там средние и уже большие, потому что с больших выпадает, ребят, просто лютые эксклюзивные тачки, там красные какие-то, много валюты падает, кстати, Majestic Coin'ов там. Так, ребят, продолжаем, у меня пришел доставщик в моменте, и мне пришлось поставить на паузу. Так, полетели, короче, дальше, открываем инвентарь. Полетели дальше открывать. Так, что у нас? 11 тысяч валюты. Пойдет. Так, у нас еще немного осталось маленьких подарков. Надо их дооткрывать, соответственно, и уже приступать к средним и большим. 4,5 тысячи вертов. Хорошо. Так, 2300. Я понял. Так, дальше что? 8800. Хорошо. Так, дальше что у нас? 283 Majestic Coin'а. Так, и последние три маленьких подарка. Ну, блин, у меня еще есть маленькие подарки в этом, в предметах, но мы их откроем позже. То есть сначала откроем все вот эти, и потом уже дозаберем, и, соответственно, дооткрываем еще, повторюсь. 4000 валюты мне упало. Так, открываем. Все, полетели средний тогда открывать, чё? Так, давай. Средний подарок. Уже, кстати, побольше валюты сыпет, 13 тысяч целых. Так, пойдет. Откроем дальше. 29 тысяч валюты, неплохо. Так, дальше что у нас? Топорик, 100 Majestic Coin'ов. Не повезло, хорошо, продаем. Так, дальше что у нас? А дальше у нас боевой топор, 150 Majestic Coin'ов. Хорошо, открываем дальше. Марксман пистолет, 250 Majestic Coin'ов. Хорошо, хорошо, хорошо. Топорик, окей. Открываем дальше. Мачете, 200 Majestic Coin'ов. Так, 10 тысяч Majestic... Ой... 10 тысяч вертов, хотел сказать. Так, остаются у нас 4 маленьких, точнее средних подарка. И уже приступим, конечно же, открывать большие. Так, давай. Открываем. 33 тысячи валюты. Пойдет. Так, дальше что у нас? Дальше у нас 14 тысяч валюты. Хорошо. И последний подарок. Давай, 12 тысяч валюты. Так, ну что, давайте приступать к самому интересному. Большие подарки. Так, открываем. А где у меня? А где подарок? Я открыл подарок, а у меня ничего не высветилось. Какого фига? А вот этот открылся. А как понять, что мне выпало? Что за бред? Пистолет с этого подарка мне упал за 300 Majestic Coin'ов. Не повезло. Блин, а почему тут не тот не появился? Забагался или что? Что случилось? Пистолет Перика, 150 Majestic Coin'ов. Блин, что-то не везет мне. Что-то не везет. Опа-на, ребят, 78 тысяч валюты. Пойдет. Пойдет, пойдет, пойдет. Так, дальше что? Блин, Ревик МК2 продаем за 250 Majestic Coin'ов. Остается 5 подарков. Раз, два, три. Бронепистолет. Боже, ну что мне падает? Так, давайте. Четыре подарка остается у нас тем временем. Опять пистолет. Да что так не везет? Блин, ну ладно, не расстраиваемся, потому что у меня еще есть там пару подарков, но их маловато на самом-то деле. Но будем, конечно же, надеяться на лучшее. Последние два подарка. А что мне так не везет? Мне реально не везет. Опа-на, 254 тысячи валюты, неплохо, золотой предмет упал. Так, хорошо, тогда сейчас заберу оставшиеся подарки и, соответственно, их дооткрываем. Так, ну что, забрал я оставшиеся подарки, у меня их тут маловато, 2 больших, 3 средних и, соответственно, 5 маленьких. Полетели, сначала откроем 5 маленьких, так, открываем 14 тысяч валюты, блин, так, скипаем это все. Дальше что у нас, дальше что, 7 тысяч валюты, пойдет, дальше. Так, дальше падает 4000 валюты. Окей, откроем дальше. 6000 валюты. И последний маленький подарок. И выпало 4000 валюты. Ну, пойдет. Так, полетели средние подарки. Так, 21 тысяча валюты. Я понял. Что? Тачка, кстати. Что за тачка? Первый раз такую вижу. 1200 Majestic Coin'ов она стоит. Ну блин, так или иначе, она GTA-шная, она мне не нужна, поэтому давайте ее просто-напросто распылим за Majestic Coin'ы. Так, продаем. Дальше что у нас? А дальше что у нас? 24 тысячи валюты. Я понял, хорошо. Большой подарок открываем. Let's go. Бронебойный пистолет. Окей, продаем. Ну и последний подарок, давай, выдай мне что-то хорошее, пожалуйста. Раз, два, три. Так. Боже мой.
пистолет Ревик мне упал за 300 Majestic Coins. В общем, вот такое вот открытие подарков получилось. Надеюсь, этот ролик вам понравился. Обязательно ждите от меня новые открытия, соответственно. И завтра ждите от меня полный обзор на пропуск, который я, конечно же, буду покупать. Ну а также, ребят, очень сильно надеюсь на вашу поддержку в виде лайков, комментариев и подписок на мой канал. Это лучшее, что вы можете сделать в знак благодарности. Ну а с вами был Москвин. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока. Ну и, конечно же, подведу итоги прошлого розыгрыша на 2000 Majestic Coins. И победителем становится вот этот вот счастливчик. Поздравляю. И для того, чтобы забрать этот приз, напиши мне его ВКонтакте. Ссылочка будет в описании. Ну а я в свою очередь буду потихонечку заканчивать. И не забываем, кстати, про розыгрыши. Обязательно подписка, лайк и комментарий. Ну а с вами был Москвин. Желаю всем добра и позитива. Всем удачи и пока.